Спонсор этого выпуска Элидроп. Элидроп — это низкие цены, открытый бот, никакого обмана и все прозрачно. Рекомендую, ссылка есть в описании. О, ночь. Where is my фонарик? Я рассказывал когда-нибудь тебе историю о больном Джо? Джо, не помни? Не, не помню. Как крутить колесико? Он был болен! Теперь... Он был болен! Подожди секундочку сейчас. Он был болен! Да заебал! Я умираю каждые 20 метров. Чё за болезнь? Опа, военная база впереди. Мы сможем, это тюрьма. Да фак вообще. Блядь. СМС-ка, блядь, твоя ебаная. Не читай за рулем. Всё, давай, что ты... О, боже мой. Уезжай. Ты видишь, кстати, мой луч? Нет. Давай инспектировать расследование. Нам нужно отправиться на крышу и следить за преступниками. Давай, для этого нам нужна полицейская машина, ведь я мистер Снеговик, здравствуйте. Можно сесть? Спасибо, я тут полежу. Там коп ко мне в машину сел, когда я умер уже. Ой, полицейский. Я знаю, я детектив. Я полицейский. О, подожди, босс Хосс идет. Ну-ка, иди сюда. Где новые треки? Ух ты, ебать, что я нахуй с ним сделал? Треков не будет, походу. Ля, снимает. Блогер, блядь. Ой, простите. Я тоже блогер. На тебе. Там чувак. Ого, да чё у них у всех оружие, блядь? Ах ты, блядский. Ты, блядь, ковбой. Ой, дай ебать. Сейчас. Не, а тут такой Богдан и вниз такой самолет начал лететь. Я успею. Успею, я успею. Я успею. What the fuck? Сейчас мы над пацанами так прилетим, блядь, такие. У нас 92-й по 31-му. Они такие, нихуя, ты баклажан, вау. Блядь. Все, ну... Ты представь, что люди услышат, когда этот черный коробок вскроет. Блять, опасно. У нас 92-й, блядь. Давай, я отстреливаюсь, Богдан, я отстреливаюсь. Черт, здесь повсюду воздух. Сейчас я тебе догоню. У меня как раз машина с крышей, ты сможешь на нее запрыгнуть. Хорошо, давай. Я не хочу на такую прыгать. Ладно, значит, эта машина запрыгнет на нахуй, никуда она не запрыгнет, блять. Ладно, блять, все, я понял, это бесполезно, это юза. Ой, ебаный, нахуй не надо. Ты меня, кстати, даже не задел. Ну потому что ты лежал. Как что там с карбюратором? Я все. Прямо, блять. Теперь налево. Where are you going? Тихо, стой, я сейчас найду путь, сейчас. Ага. Вот. Yes, halfway. Эта женщина мне подсказала, спасибо. Женщина. Сладкий, самый любимый детектив. Вот теперь нормально. Давай. Смотри. Я верю. Сори. Назови мое имя. Мистер Кок. Меня зовут Олег. А ты знаешь, что делают Олеги, когда неправильно произносят их имя? Согласен, они едут дальше сами. Давай, иди сюда, дед. Бей! Прыгаю. Залазь в машину. Никогда не слушай Олегов. О, попал! Ой, ну я ж так не хотел. Ёбаный Богдан! Это все за тебя! Они сам костюм. Они бесплатные, кстати. Новогодние, в смысле? Да. Грабление, костюмы обычные. Лоурайдер, Санта. Нет.
Не часть по... обновления не... праздники. Ничего не продавайте ему, слышите? Ничего. Не надо. Ничего не продавайте ему. Нет. Я против. Я против вот этого насилия. Нет. Where your bitch? Подожди, я не могу сесть в машину. Ой. Опа! Nothing person. Смотри, я свечу на него, смотри. Опа. Ага. Я показал ему, какой я крутой. Тихо. Тихо. What the hell? За что? Макдан. Ей! Ей! Блять! Ух! Ну, ты должен сказать, лево или право? А мы стоим? Нет. Тогда право. У меня сопля вальта. Богдан? Оу, фак. I will cover the back. Что тут происходит? У меня почему-то здесь... Don't tell me that I'm not beautiful. Что у меня здесь, блять, происходит? Пиа. Да, вот сяду в вертолет. Ты сядешь в вертолет? Ну, у меня здесь вертолет стоит. Где? Ну, я не знаю, прямо у нас на... У меня такие лаги конкретные, походу. О. Оу. Что? Вот это. Ой. Б. Ты мне с ниоткуда появился? Лови меня. Давай. Ловлю. Давай. Параллельно мне беги. Давай. Давай. Прыгай. Прыгаю на фонарь. Смотри. Здесь мягкий асфальт. Давай. Я на фонарь. Давай, фонарь. Нихуя ты баклажан, блядь.